Ну все, слава богу, сохранение следующей стадии-то произошло. Блять, я уже думал сон на этом. Просто забыть. Да ты... То есть, а просто ты, блядь, не мог, да? I don't think I can make that drop. Бля, было опасно. Там вот за той хуйней там что-то лежало.
А я проебал. Ну, это стоящая вещь. Так, а напомните, нахуй я сюда иду? Так, отдохну. Не. Чё к чему? Да куда ты, блядь, дебил, ползёшь? Наверх. You're a sight for sore eyes. Только патронов, это, кстати, не к добру.
Окей. Ползем дальше. Оба-оба-оба. Нихера себе. Я ведь их мог ты перебить-то так всех тоже. Они за мной сейчас ходят так вот за мной, блядь. И следят. Ну-ка, сейчас в этом убедимся. А как они этот старпёра сюда добрались, я понять не могу. Это мастера скалолазания. Не сюда вверх. Did you see my parents on the way up here? They're one floor below. You're a pretty good climber. You could probably reach the roof through the elevator. Please don't take them all. Это помидоры. Ебать. Hey, hey, over here, please. I'm worried about my boyfriend. He's been sick all morning and it's getting worse. Нихуя там блевоты, блядь. After we left the emergency shelter near the harbor, we hooked up with a group of other survivors. They said they were going to settle their own camp somewhere outside of the dust. In the end, they started fighting amongst themselves, so we split off and came to this place. It's not easy to get to, but it's safe. Well, it feels safe anyway. Так. I'll make sure he gets мне помог. Да, пришел, чтобы починить ваш ёбаный лифт. Went down there before it ran out of power, and it's been stuck for a long time.
Ну что ж, пойду починю. Простите, не та сторона. Канистра с бензином. Hey, how did you get here? You must be the man my son talked about for the elevator repair. Что это сейчас было, блядь? Ёбаный. Ёбаный. Мне правда сюда надо?
опять же. А где бензин? Там есть еще на втором этаже, конечно. Давайте туда сгоняем. Да. Все, сейчас я им починю лифт. Это теперь называется ремонт. Я вам ебаный лифт починил. Да я ухожу. А куда мне сейчас пиздовать-то? Ну мне в парк, да? А отсюда мне как выйти? Блять. Did you find any gas for our elevator? You'll always be welcome here. Да, но только я что-то не понимаю. Типа, блять. Ну ладно, ну вот смотри. Я ухожу. Да не надо, не надо. А чё, ты типа бессмертный или что?
Thank you for fixing the elevator. Да, там один ваш безумец на меня нападал. Я не стал его убивать. Может, это твоя подруга, блядь, я хуй его знает. Белая такая, жирная в очках, лысая. Лиса бородатая. А чё сверху? Нахуя мне здесь сверх? Ради соды, блядь? Ужас. Теперь на пирс 37. Ах ты, сука. Да. Нихуя он меня забрал хуем своим, блядь. Дробаш мой. Так. Вон тот все-таки дальний с пистолетом. Я думал, у него тоже мачете. Да? Типа. Да. Все здорово. Ну это хули вы выебывались, блядь. Так. Между прочим. Теперь у меня есть помидоры.
Больше никто ни на кого не нападает, нет? Вон туда сейчас нам. У него ноги проскальзывают прям по этим ступенькам лестничным. Так. Ну вот и ваши помидоры пришли. Говори ура, блядь. На. Are they real? Where'd you get them? My mom won't believe it. Thank you so much. There were more of us before this. But now it's just us. The others, well, most of them left. Those that didn't get killed anyway. Thank you so much. А теперь нам идти на пирс? Но пирс это вроде как финал. Некоторые предметы почему-то заново появляются. Так, понеслась, да? Нифига, автомат и там пополняет. А, чё? Простите. Все, блядь? На нахуй. Че мне, блядь, две брони на себя напялил вообще, здорово. Я просто мега крут. Так, ну и все, я так понимаю, движется финал. А может сейчас вот эту хуйню... Да, блядь, там чуть-чуть не... Сука. А вот теперь было написано, что shift. Генри, наверное, ёбнули. We have no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay.
I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Я что, пистолет сейчас отдам? Да, ты прикинь? Дебил, блядь. Ладно, он олень тупорылый. Это вроде как уже заключительная часть. Правда, хер знает. Чё? Чё мне? Не туда? Типа, а куда мне? Hey, you're one of the guys that called the boat, right? Hans! You know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who broke my ribs. I'll take him where he went if you patch me up. Your end of the bargain, so will I. Your friend in a wheelchair was dragged off by some guys I'd never seen before. Your friend. You said he knows the location of the survivor camp, the one everyone's talking about. The guys who took him wanted him alive. That's all I know. Так, ну окей. Так опять же, мне куда? Здесь вот, да, мне надо все это Да, блядь, это, конечно, печалька. Здесь был чекпоинт. Блядь. So will I. Your friend in a wheelchair was dragged off by some guys I'd never seen before. Your friend. Ага, я опять все, да? Возвращаю. Everyone's talking about. The guys who took him wanted him alive. That's all I know. Ладно. Там их трое с пистолетом. Thank you.
proper. Чего, чего? Ты ж, блядь, валялся. Куда ты идешь? Куда? Ну? Ну? Господи, какой ты долгий. В конвульсии. Замер. Какого рожна? Get enough? Shoot all you want. And bulletproof. Get enough? Scared yet? Have you had enough? Shoot all you want. I'm bulletproof. Have you had enough? Shoot all you want. I'm bulletproof. Прям в яйца. Да давай же, умирай, мне твой костюм нужен. Всё. Зачет. That's Henry's wheelchair. Угу. Наш Генри там. Сейчас я здесь еще и все осмотрю. Здесь нельзя, да, запрыгнуть? Окей. Все, значит, получается. Че-то сдается мне, с Генри все закончилось.
May, we've been looking everywhere for you. I'm so glad you're okay. You came for me? Of course, sweetie. I wouldn't leave you here. Now, come on. Let's go find your mother. Okay. Watch out. Что происходит? Типа дамбу пробило? Мани, мани, мани. You found her. You're a miracle, you know that? When nothing else in this world works like it's supposed to, you, my friend, are a miracle. I don't know what to say. Come on, we should go. The boat's coming. Right. Все, мы идем на лодку. Their destination is a settlement called Port Siena. Port Siena. How far is that? They said we'll be there in 2 days, so I guess it's not close. But we heard several messages mentioning it before. They have supplies there, and the air is much cleaner than here. That's what May needs. You must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Until I found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might eat it. Thank you, Meg. То есть мы стали, чтобы найти жену, дочь и помочь Генри. Ты найдешь их. И все, да? Ну, типа, он погиб, я так понимаю. А это его дочка или жена? Ну вот, одну жертву я не спас. Интересно, кто это вообще, блядь? Наверное, первый бомжик с канализацией. Хуй его знает. Хотя нет. Кого-то я, значит, не нашел. Одного. Ну и хрен с ним. Вот, общее игровое время 4 часа 50... Почти 5 часов. Почти 5 часов. Но это с учетом того, что, блин, я уже давно в нее играл, я не помню, где кто, даже сейчас, типа, блин, не смог одного какого-то найти, блин.
Ну да, вот одну эту все. Но это надо людей, наверное, убивать. И, ну, здесь опять же, типа. А, свободное шприцеливание здесь есть. Точно. Ну, короче, как-то вот так вот. И поперли титры, да? У нас ни музычки, ни песенки, ни хуя. Просто я помню, когда эта игра выходила, там, точнее, когда ее разрабатывали, там, у них были такие амбиции насчет этой игры, что нихуя там, блядь, издание рушится. То есть, вообще, я помню, с пацанами ожидали, что это будет как раз вот прям как будет все так вот, там физика будет охуенная, там здание, вот это все. Типа, ну, даже если не. Ну, в то время уже выходили, типа, такие игры были интересные, с попытками физику. Ну, было, блин, забавно ждать это все. А потом вышло, когда это, ну, такой обсерыш вообще. Просто кусок кала. Так что, я так думаю, это все, конец. Да? Да, это конец. Все, так что. Давай, удачи тебе. До свидания.